Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсе 12. И в завершении выпуска прогноз погоды на долгожданную пятницу. С ним вас познакомит Алина Мозгова. Если в этот день утром прошел мелкий дождь, значит, днем установится хорошая погода. А если же вы заметили, что комары звенят громче и пронзительнее, значит, не миновать ненастья. Так гласят народные приметы. А я вам расскажу о погоде на завтра. 1 июля в Кирове ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 22, ночью плюс 14 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Хорошей вам пятницы!